Так, ну на самом деле вроде бы в этот раз стабильно работает. На Гонконге пытался завести, там по Сисаныч произошел. Но здесь вроде стабильная скорость. Ладно, эту хуйню мы офаем. От хуйни мы нажимаем. Значит, будем вспоминать, бля, как это все делается, ебаная. Бля, нахуй, ебаная, бля. Хорошо, игра. Звука нет, блядь. У игры, бля, пропал звук. Так, хорошо, хорошо, мне нравится. Мне нравится, что у игры нет звука больше. Окей. Не проблема, перезайдем. Никаких проблем абсолютно. Поехали. Еще разок. Привет, я Брук Берг, и я исполняю роль Рэйчел Теллер в игре Need for Speed Underground 2. Такая ты Мне было очень громкая. интересно играть гонщицу, но в реальной жизни я осторожна и внимательно вожу машину. Надеюсь, вы все разумные люди и не забываете пристегивать ремни безопасности и соблюдать правила дорожного движения. Я, короче, пытался скачать для 4К версию, ну типа реально редюшную. Завали ебало, блядь. Так вот, пытался, блядь, редюшную версию реально скачать, но у меня какой-то ссаный Deep Frozen, и разрешение все равно шокальное, бля, и машина шире, чем моя жопа. Ну-ка, работает вообще. Работает, блядь. Работает. Идеально. Перфекто. И звук вернулся, блядь. Кайф, 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 кайф. Я уже на строчке заходил, настраивал в карьерку. Добрался до нашей цели, а цель наша пройти игру на 86-й. До 86-й я добрался. Бля, какая широкая игра. Ну, разрешения нет подходящего. Просто не существует. Она для, бля, квадратных мониторов придумана. Не было тогда, блядь, не было. Я назывался... Вот так. Записать игру, да. Сесть 6 месяцев назад. На голубом скайлайне лечу, блядь. Тебе там понравится. Да. Мне понравится, Рэйчел. Какая-то девица рвет там всех вдоль и поперек. Девица? Не думаю, чтобы кому-нибудь удалось порвать тебя. Порвать меня никому не удастся, конечно. Алло. А я кого вижу? Не томи. А ты кто такой, блядь? Кого я вижу? Чё за хуйня, блядь? Это полный улет ещё. Жми сюда. Я поехал в новый город, да? Блядь, хуй ты, алё, он отошел на секунду. Ёпта. Чё орать сразу? Женщина, они сядут. Окей, все идет по плану. Ты отвлечешься на полсекундочки, Появится блядь. одна маленькая проблема. А, чё негр сказал? Ой, простите, афроамериканец. Ой, простите, негр. Наши дни. Почему так плохо нарисовано крыло? Оно же явно больше сильно, чем должно быть. Не Левое. верила, что ты захочешь развеяться и сменить обстановку. В боевью свяжись с моей подружкой Рэйчел. Она молоток.
Обещала дать тачку взаймы. Поставит в аэропорту. Машинка ее детище, храни ее как... Гулаг, бро! Печенье, шмента. Бля, моя девочка Саманта отправила меня к девочке Рэйчел. Но я бы хотел, чтобы в этом городе была девочка Саманта. Потому что Саманта мне нравилась больше, чем Рэйчел. Сука, это сисястая девушка. 370 зи. Или 350 зиенов. По ним не поймешь. По-моему, 370. Во, Frozen Edition, бля, загрузка в виде кристалликов льда. И зима, блядь. Я Рэйчел, подруга Саманты. И зима, блядь. Ты типа приехал? Чем рофл? Типа привет из Бэйвью. Ты типа приехал? Ну, типа привет из Бэйвью. Ты что, еще не врубился? С тобой разговаривает автоответчик. Он же служба моментальных сообщений. Сокращенно СМС. К автоответчик или СМС? Автоответчик по СМС не отвечает. Читай инструкцию и сам с ним. Как для новичка, я понял. Разберись с мини-картой. Разберись с моим членом, блядь, пожалуйста. Давай, давай, давай. Мне нужна моя тачка. Тебе нужна твоя тачка. По карте найдешь? Ну, должен найти, чё. Рановато на тормоз вошел. Какое тут управление говна, господи. Очень тяжело ездить. Кстати, после перезахода у меня карта прогрузилась. У меня так плохо выглядела земля. Прям реально 4 пикселя. Я ваш это... расстроился. А это текстурки не прогрузились. Бывает же. Я не видел этого поворота. Тут все черное для меня. Можно было еще позже показать стрелка. И на дрифте сейчас залетим, блядь. Бля, я назад повернул, чтобы не улететь, но... игра решила, что... у машины нет массы, поэтому... заезжаем. Да-да, наплевать. Королла, да. Вперед, блядь. Поехали. Плюс бабки. Давай, я долго ждать не буду. О, наша малышка, нам нужно... есть на карте? Почему карта синяя? Почему карта синяя? Вот, блять, васянские моды. Обожаю, нахуй. Сделаем зиму в игре. Ага. И карту синюю, блять. И дракона вместо нитроса. Ага. Я специально музыку тише сделал, чем движок, чтобы не помьютило, вот. Ну, чуть-чуть можно погромче сделать, вообще не слышно. Так. Не, бля. Хотел близко притереться, но слишком отзывчивое управление. Типа ты нажимаешь, и машина уже... после Форзы, короче, очень тяжело.
Форзе машина тяжелая, блядь. А тут машина ничего не весит. В принципе. Oh yeah. Oh yeah. Я хочу покрасить, блядь, машину. Вот чё. Так. Нет, второго слота, понял. Так что, можно и тюнингом заняться? Да, полный набор инструментов. Сейчас займемся тюнингом, блядь. Ой, все закрыто, кажется, блядь. Ой, кажется, все закрыто. Кажется, закрыто все. Ага. Мне диски не нравятся. Слушай, сегодня будет жаркий вечер. Смотри на карту, я там отметила горячие точки. Ну что, хочешь, чтобы о тебе говорили? Так. А почему не кружочками, а какими-то рыбами, блядь? Чё за... Чё за срань, блядь? Чё с гонками случилось? А есть автозапчасти. Я ничего не вижу на этой карте, клянусь. Я, блядь, ничего не вижу на этой карте. Ой, блядь. Ну ладно. Окей. Окей. Она хотя бы не вылетела после того, как я зашел в автосалон. Это уже успех. Сейчас окажется, что она не захватывается еще какое-нибудь говно. Нет, ладно, я проверю чат. Я стопудово пришел. Редаксом не пахнет, да, блядь. Интерфейс полное говно. Я тебе говорю, просто написали, что редюч, а на самом деле какой-то Васян запилил, блядь, своих модов. Насрал просто в игру, блядь. Говноед тупой. Просто пизда. Но она не вылетает хотя бы. А, благодарности не надо, я не собирался. Сама игра не слишком громко. Потому что не громковато. Я бы сделал ее еще потише. Вот так вот. Угу. Мне показалось, я денежку видел. Нет, это зеленое дерево, блядь. Не, ну это магазин с запчастями, которых у меня нет. Да, но... Где стайлинг? Добро пожаловать на распродажу запчастей. Выбор нет. Таких запчастей еще нет на складах. Это тебе не заводская штамповка. Угу. Запчастей, которых у меня нет. А у меня 175 денег, да? Я не могу себе позволить, блядь, ничего из этого. Понял. Не, понял. Деньги, не проблема. Я понял. А быстрого перемещения тоже нет в этой игре, да? Поехали на дрифтинг тогда. Чихнуть охота. Водить будет тяжело. С каких пор иконка дрифта выглядит вот так? Она была не такой. Да-да, обучение дрифта, спасибо. Вы не знаете, бля, с кем связались.
все на 86-х, блядь. Как же она прет. Как же она хуёво прёт. 250 денег, спасибо, спасибо, найс. Была найс, движка стоит 1200. Слушай, ты, конечно, ездишь нормально, но здесь надо ездить как сумасшедший. Надо отрываться от соперников. Я оторвался от соперников. Про них уже все забудут. Ты чё, мою гонку не видела, блядь, чё за говно? Я трахнул их в рты. В рот. Street X это, по-моему, на выбывание. Поехали куда-нибудь. Это я, это моя иконка, иконка персонаж, блять. Нет, вот иконка персонаж. А это что? Что вот это вот? Что это? Для меня эти выглядят как рыбы. Раньше были кружочки приятные. Чё, блять, эти моды? Такой тильт, нахуй, все вот испоганят. Вот нахуя ему было делать синюю карту? Я не вижу границу карты теперь. Вот это мне доступно. А я не понимаю, что мне это доступно. Ладно. Поехали. Включи мне GPS, блядь, пожалуйста. Поехали. Заработаем денег по-быстрому. Тут же надо открывать магазины, просто ездя, да? Мне нужно найти магазин стайлинга и срочно, при том. Стайлинга покраски. Прям сейчас мне нужен. Я думал, тут можно. У меня нет этого на... О, стоп, это зеленый магазин? Нет. Это зеленое нечто. Ну, спринт и спринт, поехали. Чё, халявный спринт. Ебать вы медленные, парни. Стрелки синие. Я хочу просто вот так вот сделать, нахуй. Я хочу просто въебаться в стену, чтобы этого не видеть никогда. Господи. Да, я забыл, что это игра, в которой не нужен ручник. В принципе. Thank you.
I'm done. Жаль.